Это новости на канале Энск-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Новым губернатором Новосибирской области стал Андрей Травников. Выборы главы региона состоялись. На старт «Внимание! Марш!» 2000 горожан пробежали дистанции полумарафона памяти Александра Раевича. Зажечь, увлечь и научить. НГУ принимает фестиваль уличной молодежной культуры. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. В правительстве Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора нашего региона. По данным избирательной комиссии, поставили галочку в бюллетене из 2 миллионов 130 269 человек, всего 628 945 избирателей. Явка на момент окончания голосования составила 29,52%. Наибольшее количество голосов жители Новосибирской области отдали в пользу Андрея Травникова. По итогам голосования губернатором Новосибирской области стал Андрей Травников. За него проголосовали более 400 тысяч человек, 64,52%. Это почти в 6 раз больше, чем за Анатолия Кубанова. 3,39% голосов набрал Георгий Михайлов. И за Дмитрия Савельева поставили галочку 109 тысяч 76 избирателей. В целом мы считаем, что вот мы посмотрели, теперь уже имели возможность сравнить с явкой и в том числе по регионам, в которых тоже проходили аналогичные выборы. Мы не в каких-то там последних регионах, у нас средняя явка, то есть, видимо, это ну, вот такая тенденция на сегодняшний единый день голосования. По количеству избирателей и процентному соотношению голосов за лидера среди кандидатов выборная кампания 2018 года практически аналогична выборам 2014. За весь период подготовки и проведения досрочных выборов губернатора Новосибирской области в участковые избирательные комиссии до дня голосования поступило 31 обращение с жалобами и заявлениями. 15 из 31 обращения – это были запросы на предоставление какой-то информации либо разъяснений. В том числе у нас запрашивали о причине назначения досрочных выборов губернатора, о порядке голосования по месту нахождения, о досрочном голосовании. Я уже тоже отмечала, что достаточно большое количество было обращений, связанных с тем, что избиратели считали, что нарушаются их конституционные права в связи с отменой досрочного голосования. В районах в день голосования явка составила более 60%. Жители Новосибирской области, которые в силу обстоятельств находились в другой стране или городе, проголосовать не могли. На региональных выборах это не предусмотрено законом. В целом выборы губернатора Новосибирской области 2018 прошли без каких-либо нарушений. Ну а теперь вернемся на сутки назад и вспомним, как в Новосибирске проходил единый день голосования. Руководитель региона Андрей Травников на выборы губернатора отправился прямо с утра. В 10 часов на избирательном участке больше было наблюдателей, журналистов и полицейских, нежели людей, решивших отдать свой гражданский долг. Поэтому в Рио оказался в первых рядах избирателей. Когда на избирательный участок, расположенный в лицее номер 12, пришел глава Новосибирской области Андрей Травников, гражданская активность горожан еще не проснулась до конца. Очередей к урнам, в качестве которых были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, коротко КАИБы, не наблюдалось. Но на то оно и утро выходного дня. Однако для Травникова 9 сентября оказалось рабочим днем, хотя и не рядовым. Я продолжаю свой обычный рабочий день. Понятно, что сегодня будет масса медийных мероприятий, вечером начнется телемарафон, но тем не менее я постараюсь сегодняшний день посвятить решению рабочих вопросов. Глава региона обратил внимание на то, что на избирательных участках, которые в этот день открылись все 2002, заметна общая доброжелательная атмосфера. И она, эта атмосфера, вполне может способствовать правильному и объективному выбору сибиряков. Ведь для власти и самих кандидатов итоги голосования, включая явку избирателей, сродни лакмусовой бумажке. Ну, во-первых, это оценка власти, определенная оценка власти, да, голосование за одного и того или другого кандидата, активность избирателей. Во-вторых, это определенная уверенность для кандидатов в дальнейших их шагах. Кому-то из кандидатов в губернаторы Новосибирской области эта уверенность понадобится на посту главы региона, кому-то в построении стратегии, возможно, следующих избирательных кампаний.
С первых же минут после открытия в 8 утра избирательных участков к урнам для голосования потянулись избиратели. Среди первых сибиряков, отдавших свой голос, был и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, уверенный, что от нашего выбора зависит благополучие каждого гражданина страны. Бердск. Улица Ясная Поляна. Именно здесь расположен избирательный участок, на который пришел проголосовать спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Он уверен, что именно на выборах каждый человек может определить будущее своего города, поселка и всей страны. На выборы надо ходить. Выборы – это такое наша возможность проявления своей позиции. Значит, и я считаю, что когда человек не ходит на выборы, а потом начинает задавать вопросы, власти это неправильно, поэтому на выборы надо ходить, не отсиживаться, прийти проголосовать. Если даже кандидат, за которого вы голосуете, не побеждает, то я считаю, что вы побеждаете сами себя. Тогда есть моральное право спросить власти, задавать какие-то вопросы. Если мы сами не будем безразличными, равнодушными, значит, меньше людей будет во власти равнодушных. Председатель законодательного собрания отметил, что выборы прошли в условиях конкуренции между кандидатами, придерживающимися зачастую противоположных точек зрения на те или иные вопросы. Тут 4 кандидата, есть из кого выбирать. Представлены различные партии. В одном только Бердске в выборах губернатора приняли участие около 20 тысяч избирателей, тем самым определив вектор развития нашего региона на ближайшие годы. Выборы губернатора – право каждого гражданина, от которого зависит дальнейшая судьба и развитие как всего региона, так и конкретного города или даже улицы. В числе проголосовавших были первые лица региона и города. В их числе и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Осанцев, своим примером показавший важность участия в выборах. Спикер горсовета проголосовал на избирательном участке в Кировском районе, месте, где прошло его детство, и жители которого доверили ему представлять их интересы в горсовете. Территория, на которой работаем, на которой немало делаем, наверное, для того, чтобы люди жили комфортнее, чтобы было удобнее. Слышать друг друга и понимать, что делаем общее дело. Это важно не только во взаимоотношениях между людьми, такое же правило действует и в случае с представителями различных уровней власти. Для того, чтобы вместе решать проблемы и работать над дальнейшим развитием нашего города. Это очень важно, наверное, все-таки, на мой взгляд, опять же, находиться в процессе, понимать, разбираться, предлагать, требовать, выходить с какими-то идеями о том, как... Что нужно делать, что нужно делать на местном уровне, что нужно делать на региональном, на государственном. Потому что большинство вещей, которые делаются здесь, в Кировском районе, на Северо-Чемском жилмассиве, на Затулинке, на верхней зоне, делается, потому что этого хотят люди. Сколько людей, столько и мнений. Те или иные выборы не исключение. Кто-то выбирал кандидата, исходя из своей интуиции, кто-то по партийной принадлежности. Встречаются даже люди, не скрывающие, что на их выбор повлияла фотография на предвыборном баннере. Для Дмитрия Владимировича главное – деловые и личные качества претендентов. Я исходил, наверное, из деловых, из личных качеств, из возможности пообщаться с этим человеком, да, за которого я сегодня проголосовал, посмотреть, как он видит перспективу развития региона, насколько он там, слова у него не расходятся с делами. Участие в выборах любого уровня – пример активной гражданской позиции. Когда человек не просто сидит на диване и в соцсетях жалуется на те или иные безобразия, вряд ли такой человек имеет моральное право критиковать власть, которую он не выбирал. А вот как проходила ночь выборов губернаторов. Для связи с председателями избиркомов Сибирского региона, кандидатами, набравшими по предварительным результатам большинство голосов, был организован телемост. В студии Новосибирска приняли участие глава Новосибирской области Андрей Травников и полпред президента Сергей Миняйло. Выборы 9 сентября 2018 года называют самыми масштабными за всю историю Сибири. Граждане избирали 6 высших должностных лиц регионов, в 5 областях депутатов законодательных собраний, мэров городов Абакана и Томска и еще депутатов городских советов Кызыл, Абакана и Красноярска. Самое главное, выборы на территории Сибирского федерального округа в регионах состоялись. Нарушений грубых каких-либо и всего остального не выявлено. А те обращения, которые были, они рассматривались оперативно.
Единый день голосования успешно прошел и в Новосибирской области. Явку здесь низкой не считают, она получилась примерно такой же, как на выборах главы региона в 2014 году. Никаких мер административного воздействия тоже не применялось. Об этом в ночь выборов доложила председатель региональной избирательной комиссии. Могу сказать, что в избирательную комиссию Новосибирской области по выборам губернатора ни одного обращения, жалобы на нарушение избирательного законодательства не поступало. Организация телемоста позволила регионам не только в реальном времени обмениваться данными с избирательных участков, но и словами поздравления. Я хотел бы поздравить всех своих коллег, глав сибирских регионов за успешное проведение выборов всех уровней. Особенно хотелось бы поздравить своих коллег, которые лично принимали участие в выборной кампании, губернаторской выборной кампании. Действительно, в Сибири все временно исполняющие обязанности губернаторов получили поддержку населения. Победу Андрея Травникова можно связать с последовательными действиями, направленными на снижение напряжения и в элитах региона, и в экономике, в которой появились явные сдвиги в лучшую сторону. К тому же началась реализация инфраструктурных проектов. Мы продолжим нашу деятельность по реализации, по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития, по формированию бюджета Новосибирской области на 2019-2021 год и по подготовке предложений по включению мероприятий по развитию Новосибирской области в национальные проекты Российской Федерации. Эксперты говорят, что и сама избирательная кампания Андрея Травникова дала региону вектор развития на многие годы. К примеру, с участием жителей разрабатывается стратегия социально-экономического развития области «Сибирское лидерство». К тому же сложилась и команда единомышленников, готовых реализовывать эти амбициозные планы. Церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области состоится 14 сентября 2018 года. Впрочем, не выборами едиными жил Новосибирск. В минувшие выходные 8 сентября на площади Ленина состоялся Сибирский фестиваль бега 2018. Полумарафон памяти Александра Раевича проходит 21 раз. В этом году пробежать дистанцию на 3600 метров изъявили желание около 2000 человек. Кроме того, в рамках фестиваля свои силы проверили участники городского тура соревнований по лазер-ранбегу со стрельбой из лазерного пистолета. Подробности далее. Перед стартом главное разогреть мышцы ног. Бывших спортсменов не бывает, и так считает гостья из Омска Юлия Кожевникова. Девушка находится на 5-м месяце беременности, но несмотря на это бежит со всеми на равных 3600 метров. В прошлом году вместе с мужем Юлия бежала 21 километр, сегодня дистанцию пришлось уменьшить. Мы вообще летом первый раз в Новосибирске, вообще организация такая, если честно, прям порадовала на таком все высоком уровне. Что касается медсправок, то есть такой дотошный такой подход, то есть подарки, футболки, праздник, погода, все классно. Заявку на участие в забеге подали 1700 человек, но по факту количество бегунов составило более 2000. Любители и профессионалы, дети и взрослые. Возрастных ограничений нет. Многие бежали без номеров, так как вовремя не прошли регистрационные процедуры. Одним из новых направлений фестиваля стал международный городской тур по лазер-ран. Задачу спортсменам осложнили непредвиденные обстоятельства. Нас подвели дорожники, потому что вот этот вот ремонт, который за 2 дня до начала, и асфальт до конца не уложили, это очень тяжело. Асфальт свежий, липкий, плюс ко всему он не до конца доделанный. Поэтому главное, чтобы никто не упал, не повредил себе ноги и так далее. В этом году на трассу заканчивается сертификат. 22-й полумарафон памяти Александра Раевича пройдет иначе. Для того, чтобы пробежать дистанцию смогло больше желающих, организаторы планируют сделать трассу более длинной, а количество кругов уменьшить. Сибирский фестиваль бега с каждым годом становится популярнее среди жителей не только Новосибирской области, но и соседних регионов. В этом году мероприятие посетили более 10 тысяч человек. Сделать дороги Новосибирска безопасными и качественными – это один из приоритетов в работе мэрии города, утверждают представители муниципалитета. Один из объектов, на котором отремонтировали дорожное покрытие – улица Богаткова. Работу дорожных служб оценил глава столицы Сибири Анатолий Локоть. В прошлом году наш город стал одним из лучших в России по качеству и срока выполнения федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В нынешнем муниципалитет не снижает темпы. До конца сентября все должно быть сделано. 15, напоминаю, объектов по
программе БКД 1,48 миллиарда рублей, из которых 30% – это деньги городского бюджета. Ход работ в Новосибирске высоко оценивают и в столице. Планируется, что федеральный бюджет увеличит финансирование ремонта дорог в нашем городе. В целом программа федеральная превращается в национальный проект со следующего года. И даже нам обещают увеличение финансирования. Это очень важно. Один из участков, где уже завершены работы – улица Бориса Богаткова. Новое асфальтовое покрытие радует автомобилистов на участках от Гаранина до Кашурникова, а также от Есенина до Доватора, включая кольцо. Кроме того, здесь установили 6 новых светофоров, комплекс видеофиксации, дорожные знаки и пешеходное ограждение. Мэр Анатолий Локоть лично принял участие в работе приемочной комиссии на этом объекте. Ведь совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры – один из основных приоритетов развития Новосибирска на ближайшие годы, обозначенных градоначальником. Напомнил он и о том, что в случае выявления каких-то недоделок, подрядчик будет за свой счет устранять их. На следующий год появляется колейность, появляются какие-то недоразумения, будет затоплено водой, потому что это тяжелый очень объект, в смысле именно подтопления. Если вот эти нормативы не будут выполнены и выявятся недостатки, в следующем году по гарантийным обязательствам будет обязан подрядчик возвращаться и ремонтировать. Сейчас завершаются работы на других участках дорог, попавших в этом году в программу «Безопасные и качественные дороги». Продолжится ремонт и в следующем. Проект рассчитан на 9 лет, и его реализация позволит Новосибирску ликвидировать более 40 очагов концентрации ДТП на дорогах. Специалисты пожарного надзора Новосибирска призывают горожан, чьи садовые и дачные домики остаются на зиму без присмотра, по возможности усилить контроль. С наступлением холодов приходит и пора пожаров в СНТ. И процесс, похоже, уже пошел. Не обошлось без жертв. Местом трагедии стала «Цветущая Сибирь». Так называется садовое некоммерческое товарищество, расположенное в Ленинском районе Новосибирска. Случился пожар 9 сентября в одном из домиков по улице 3 Восточная. Из-за плотной застройки огонь быстро перекинулся на соседнее строение. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарные подразделения, огнем полностью были охвачены жилые дома номер 69 и 71. Были поданы 2 ствола на тушение. В результате пожара под завалами одного из домов был найден труп мужчины. В настоящее время личность его не установлена. Устанавливается следствием. Предположительная причина пожара рассматриваем как поджог, так и короткое замыкание электропроводки. Возгорание случилось на веранде, где стояла электрическая плитка. К тому же есть предположение, что погибший приходится родственникам хозяйки садового домика. Но не только знакомые вам люди могут устроить пожар в неохраняемом доме. В настоящее время у нас проходит осенне-зимний пожароопасный период. Это обуславливается тем, что наступает холодное пора-время. Лица без определенного места жительства начинают искать укромные места для обогрева себя. Тем самым проникают в дачные домики, либо плохо закрытые, либо неэксплуатируемые. Начинают там обогрев, приготовление пищи, тем самым происходят пожары. В пожарном надзоре настоятельно рекомендуют дачникам озаботиться охраной своего имущества. Закрытые ставни и замки на прочных дверях в данном случае могут уберечь ваш дом и надворные постройки от пожара. В Заельцовском парке прошло благотворительное мероприятие «Добро быть». Авторы и вдохновители фестиваля «Приют для животных верности» и благотворительный фонд «Вместе», помогающим детям с ограниченными возможностями. Во время мероприятия для детей и их родителей была организована работа творческих мастер-классов, спортивных зон, а также фотосессии с четвероногими друзьями. На большом празднике добра побывала Екатерина Орлова. Благотворительный праздник «Добро быть» проходит в Новосибирске второй раз. Большой фестиваль, где есть площадки для детей с ограниченными возможностями и своеобразная терапия для особенных ребят, а именно общение с животными, привлек немало новосибирцев. На фотовыставке гости фестиваля познакомились с собаками, которые ищут новых хозяев и свой дом. Некоторые подопечные приюта приехали лично познакомиться с горожанами и, возможно, обрести свою будущую семью. Это, например, алабай по имени Марк, который однажды сам пришел к приюту и с тех пор стал любимцем зоозащитников, а также постоянным участником всех мероприятий. Организаторами мероприятий является благотворительный фонд «Вместе» и фонд защиты животных «Верность». Ну, сейчас кратко мы его называем «Приют Верность». К сожалению, наше государство, ни мэрия города не поддерживает этот приют, и мы вынуждены проводить такие мероприятия, чтобы как-то финансово
поддержать и помочь этим животным, которые нуждаются не только в заботе и ласке, но и финансовой, соответственно, поддержке. На фестивале «Добро быть», рассказывают организаторы, происходит своеобразная работа организаций, которые занимаются наиболее острыми проблемами нашего общества. Это права животных и помощь детям с ограниченными возможностями. Здесь как бы объединились два таких направления душевной доброты людей. Все у нас любят детей, все, и все любят животных, особенно собак. Все средства, которые будут собраны в результате этого благотворительного фестиваля, будут поделены поровну. Таким образом, мы как бы не хотим разделять душевные потоки людей, чтобы одни вот только животным жертвуют или помогают, другие там говорят, нет, мы хотим детям. При должной поддержке и повышенном интересе горожан такие праздники, возможно, однажды станут ежегодными. Потому что именно с помощью неравнодушных людей благотворительные организации имеют возможность вести свою трудную, но благородную работу. Фестиваль уличной молодежной культуры прошел в минувшее воскресенье на территории Новосибирского государственного университета. Ежегодно самые талантливые и харизматичные студенты стараются увлечь своими хобби всех, кто скучает в свободное время. О том, что происходило на площадках НГУ «Урбани» в этом году, расскажет Екатерина Брулева. Юность без комплексов, задор и большие амбиции. Особенности уличных развлечений студенты и выпускники НГУ демонстрируют на более чем 20 площадках. Здесь и танцевальные состязания, и необычные виды спорта, а также уникальные площадки, где можно научиться чему-то новому. На одной из таких преподаватели диджей-школы показывают, что такое скретчи и как именно нужно сводить музыку. Мы просто развлекаемся, мы разговариваем с людьми, которые приходят, узнаем их предпочтения в музыке, узнаем, что их привлекает. Диджеинги, почему они к нам пришли. Предлагаем им попробовать некоторые простые вещи, которые можно очень быстро освоить, которые, ну, буквально на лету люди цепляют с чувством ритма, с слухом. Вот. Ну и как бы просто даем людям попробовать вот это впервые. НГУ «Урбани» объединяет молодежь со всего города. Художник-граффитист Владимир Соловьев учится в Новосибирском университете архитектуры и дизайна и занимается граффити уже почти 10 лет. Он, как и многие другие художники, прошел настоящий конкурсный отбор, чтобы сегодня на площадке фестиваля дать волю фантазии и краскам. Рисую сейчас портрет. Вот, но в основе стилистики лежит волна, она взята за модуль, вот, и как бы из волны строится, ну, целостный персонаж. Фестиваль уличной культуры – это хорошая возможность раскрыть потенциал своего тела. Чтобы выступить перед большой публикой в различных танцевальных стилях, сюда приходят как опытные взрослые, так и самые маленькие танцоры. А у остальных же есть возможность не только понаблюдать за молодежными развлечениями и соревнованиями, но и выбрать занятия по душе. На станции метро возле Краеведческого музея горожан ждал необычный исторический перформанс. Жители Новосибирска встретились с первыми колонистами 18 века, познакомились с культурой и обычаями российских немцев, а также получили приглашение на ремесленную слободу. Подробнее о том, какой праздник ждет горожан, узнаем прямо сейчас. И 16 сентября в Новосибирске пройдет межрегиональный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода». Это двухдневный исторический и творческий марафон, в котором примут участие ремесленники, мастера различных направлений искусства, а также исполнители из 7 регионов. Фестиваль проводится в городе уже в 4-й раз и охватывает более 2000 зрителей, а также около 300 участников со всей Сибири. Именно к этому мероприятию был приурочен исторический перформанс в метро, организованный Новосибирским российским немецким домом. Пройдет на нескольких площадках города Новосибирска. 15 сентября это парк культуры отдыха Первомайский, парк культуры отдыха Сосновый Бор. А там будут представлены концертные программы с часу до 3 часов дня. 16 сентября состоится ремесленная слобода, будут организованы творческие ремесленные мастерские с бесплатными мастер-классами для всех желающих. Важной частью мероприятия стало появление Екатерины II, зачитавшей горожанам отрывок из манифеста. Этот документ положил начало массовому переселению немцев на территорию Российской империи. По сути, с него началась история становления самобытного народа – российских немцев. Сим манифестом призвали мы иностранцев селиться в империи нашей. Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди мастеровые, и мы были рады, когда к нам приехали немцы, ведь мы по себе знаем, как они умеют работать. Цель и задача проекта – сформировать широкий общественный интерес к национальной культуре и искусству российских немцев, которые являются одним из этносов современной России. В Новосибирске это третья по численности национальность, и, по мнению организаторов, горожанам будет интересно познакомиться с опытом и культурой своих немецких земляков.
Это все на сегодняшний день. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.